Клево всем, друзья. Февраль в разгаре. Температура воздуха -1 градус, идет снег, и я в лесу. Выбрался на рыбалку. Иду на одно секретное место, где можно попробовать на поплавок половить сейчас головля. Получится, не получится, не знаю, но я погнал. Лес живой. То там кто-то поет, то там. Красота. Заснеженный. Все растаяло. А это вот ночью свежий снежок выпал. Слышите? Класс. Ищу короеда, ребят. А вдруг найду. Побито им все. Но пока не нахожу. Когда-то он тут был. Побито им, но пока ни одного не вижу. Пойдем дальше. Фух. Ну что, ребята, добрался я до места. Какой-то час ходьбы по лесу. Классная прогулка получилась. Еще обратно идти. Взмок, как курица мокрая. Фух. Первая часть пути была довольно легкая. Это старая дорога.
Потом пошел бурелом конкретно, и по нему уже продираться проходилось. Ну что, на месте. Сейчас буду смотреть. Места тут очень жесткие, сейчас покажу, ребят. Вот одно из таких мест, где буду пробовать ловить. Проблема с водой. Ребята были несколько дней назад здесь. Неплохо половили, но вода была чистая. Буквально прошло 2 дня, и вот такая желтая. Поэтому будет, не будет, не знаю. Но буду пробовать. Надеюсь, что-нибудь поймаю. Погнали, друзья. Ребят, с собой у меня 2 удочки. Начну сейчас пока с короткой, с четверочки. 1 четверка, 1 шестерка. Вот такая вот модель. Тихий Дон. Такая вот легенькая. Начну с нее. А дальше буду смотреть. Вот такая вот малышка легенькая. Разрубил. Оп. Есть, ребят, нашел короеда. Сейчас надо несколько штучек найти себе, чтобы были для насадки. Вот такой зверок. Во. Одного нашел. В лесу раздавался топор дровосека. Да? Оп. Еще один. Чуть-чуть ему голову отрубил. Нет у меня здесь ни стульчиков, ни платформы. Нифига нет. Так. Ладно, ребят. Глубина, говорят, не сильно большая, поэтому надо себя вести тихо. Буду пробовать сейчас с первой удочки. Сначала найду глубину, а дальше смотреть. Сначала, как обычно, поплавок топлю. Чтобы найти, в каком месте крючок будет касаться дна. Ребята говорили, вообще тяги не было. А вот у меня тяга. Так, есть. Нашел дно. Снимаю груз. И делаю меньше глубину. 20 сантиметров. Крючок маловатый. Посмотрим, будет ли толк. Да, с водой я попал. Ребята были несколько раз подряд.
Вода была чистая. Я приехал один раз и на тебе. Так. Потом буквально 2 или 3 дня назад были последний раз. Забросил. Смотрим, ждем. А вдруг кто-то клюнет. Тут вправо от меня метров 30-20 ручей. Слышно, как шумит. На дне также эти все ветки торчат, то есть вот рыбалка между этих веток. Работа дятла. Вот так вот дятел ищет короедов, выбирает. Как с крупнокалиберного пулемета по дереву прошлись, по сухому. Видите? Реально, как будто рядом граната разорвалась. Зато вот дятел поработал, очищая лес от вредителей. Он какую выдолбал дыромаху. Сколько вот дырок здесь. Дятел-пулеметчик. Перешел на другое место, ребят. Попробую тут. Пока час рыбалки полный ноль. Скорее всего, так и будет. Ну, а вдруг? Все может быть. Все может быть. Умудрился уже оторвать один монтаж и несколько крючков там. Ребята, были вообще тяги не было. Вода стояла. Прозрачная. Зелененькая, красивая. Сейчас тяга. И мутняк. Бедная парыш, они таких мест не знают, куда я их привез. Блин, сразу зацеп. Дуб на дракона похож. Какой дракон из воды вылазит. Мохнатый, заснеженный, древний. Пасть древнего ящера. Дракона. Ребят, еще одно интересное место. Спуск. Попробую. Вообще вода как глина. Ого. Глубина сразу буль. Вода как глина. Несет. Несет. Ребят, не несло. А у меня несет. Да, ребята, были еще 3 дня назад, вода была чистая
и совершенно не было течения, ребят. Сегодня мутняк, видимость воды менее 5 сантиметров и течение. Поэтому ноль полный. Хожу, места меняю, там, сям. Вот. Тут они ловили в настоящем водоеме, здесь получается в проводку. Если бы вода была почище, в проводку можно было, конечно, было бы интересно. Но с таким мутняком, с таким просто желтая глина вода. Ну что, ребята, как выяснилось, вода поднялась на полметра, поэтому полный пролет, стала мутная. Хотя еще 2-3 дня назад была чистая, здесь совершенно не было течения, и уровень воды был меньше. Вот 2 дня тепла, прибавило водички, плюс дождь, вода помутнела. Ну, соответственно, рыба в таких реках, когда мутная, она просто становится, забивается, и поймать ее практически невозможно. Плюс добавилось течение, так что, ну ничего, зато я классно прогулялся. Надеюсь, сюда еще вернуться и поймать голавлика. До новых встреч, друзья. Пока!